Такая необычная тема, но знаю, она кому-то зайдет. Громкие звуки. Салюты, колокола, да, в ладоши мы когда бьем, я знаю, что я прекрасно понимаю, да, сейчас объясню, почему это происходит. Когда я помечу, да, ключевое, когда нормальный человек, то есть светлая душа, все-таки высоковибрационная, слышит громкий звук, резкий, да, неожиданный. То есть, да, происходит такой вот как некий выброс, да, из колеи. Ну, человек пугается, и у многих срывает башню, да, срывает планку. То есть, ну, опять-таки, да, здесь тоже такой немножечко момент, почему так много. Да, таких ситуаций, то есть когда начинаются какие-то бытовые скандалы, да, либо разборки, даже не бытовые, хорошо, любые разборки, то есть там, да, когда применяют оружие, да, что такое оружие, да, то есть выстрел, то есть это очень громкий звук. Человек неосознанно пугается, то есть происходит, ну, на физическом, да, на физическом плане, да, если говорить как доктор, выработка адреналина. Ребят, вот я вам сейчас покажу один такой пример, вы меня поймете. Смотрите, вот такая вот замечательная игрушка. Видите, да? Вот смотрите, здесь нужно нажать на зубик. Смотрим. Видите, я нажимаю на зубик. Блять. Вот, видите? Обсерилась даже я. То есть, это вам был, вот есть такая игрушка, 350 рублей, на зубки нажимаешь, то есть, да, резко происходит вот хлопок. То есть, когда происходит что-то резко и неожиданное, это не обязательно должно причинять физический вред. Просто что-то резкое, громкое, да, что влияет на наше восприятие, да, на ушки, на мозг. У человека активизируется некая программа заложенная. Я вам даже так скажу, я даже не, да, ой, блядь, тема-то какая огромная. Я сейчас не буду там, да, говорить какие-то там военные разработки, хотя и об этом я, в принципе, да, обо всем знаю, но, естественно, об этом я вам вещать не буду. Через громкий звук, резкий, неожиданный нас. Мы как роботы. Нас можно либо включить, либо выключить. Почему у многих шизиков, да, параноиков, маньяков, маньяков, ну, у людей с заведомо, да, заложенной программой какого-то, да, там убийства, насилия, то есть при резком звуке активизируется, да, вот эта программа убийства. То есть, вот понимаете, знаете, это доходит до банального. Вы можете дать пощечину вашему обидчику, а вас могут убить. Просто потому, что вот произошел, да, вот этот вот пш, я сама не спорю, ребят, я через это проходила. Если меня тронуть, да, вот, ну, что, я не знаю, передо мной даже вот громко хлопнуть в ладоши, у меня планка все съезжает. Я прям теряю. И вот эта потеря в пространстве, она объяснима. То есть происходит смена энергии, да, и смена. Как бы вам так объяснить, попонятнее. Я понимаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вы пытаетесь понять, да, почему это происходит. Я вот пытаюсь вам объяснить, почему это происходит. Происходит это потому, что происходит, вот понимаете, резкая расфокусировка. То есть мы как некое, опять-таки, я еще раз повторяю, вы не смотрели, да, мои предыдущие видео. То есть это мы живем в матрице. То есть матрица – это система. Ну вот представьте, что вы живете в огромном-огромном компьютере. То есть, да, есть некий искусственный интеллект, который управляет вот всеми нами, да, живущими на Земле. То есть как ток вот я вам говорю, да, происходит сбой, все, вот некоторых прям вот прям шиза идет. Вы можете забыть о чем.
о чем вы, да, о чем вы говорили в этот момент, и у многих вот именно, да, почему еще такой, да, действительно огромный процент вот этих бытовых действительно тяжелых ситуаций происходит, там, да, вплоть до убийств, до летального исхода, потому что вот этим громким звуком вы активируете вот эту вот программу убийства. Блин, ребят, простите, не могу вам вещать большего. К чему веду? Как бы сказала, как могла много. Что с этим делать? Если вот такое в вашей жизни происходит, да, идет конфликт, скандал, что-то громкое, взрывы, я понимаю, у вас идет паника, у вас идет страх. Поможет только глубокий вдох. Все. Носом мы вдыхаем, да? Ртом мы выдыхаем. То есть... Вот данную процедуру нужно делать от 3 до 7 раз. То есть это вас вернет, вот душу вам вернет. Потому что в этот момент, когда вот этот вот всплеск происходит, у вас душа из тела выходит. Ну, там, да, космоэнергеты меня поймут, так сказать. Поэтому, да, опять-таки, да, это все доказано физикой, медициной, да. Я вам могу намекнуть только такие моменты. Адреналин, да, вот почему, например, да, вот. Хорошо, вы идете к стоматологу, вам делают заморозку. Ну, никто сейчас не лечит, да, там зубы на живую. Вам делают заморозку. Я вот сама недавно, да, была у стоматолога. Сонная, приехала вялая, вообще как какашка. Мне там все там, да, вкололи. Ну, это вообще мой безумно любимый мой доктор, да, моя вообще девочка любимая. Я просто уже знаю, как бы там, да, вообще все процедуры, что делать. Я у нее сплю в кресле, но... Вот этот момент укола, на самом деле, даже болевой порог, вот лично я, ну и тоже там, да, вам даю такой совет, его можно вообще перебороть. Просто, вы понимаете, наше сознание способно на все. Вот в том-то дело, что, я вам так скажу, человек и летать умеет. Хочешь на метле, хочешь просто подпрыгни, взлетаешь. Да умеем мы это все, умеем, но не все, безусловно. Сила мысли, она грандиозная, но дойти до этого, да, это сложно, потому что нужно, конечно, там, да, очень много вот этого бяки счищать. Но, да, подведу итоги, вот этот вот адреналин, да, вот это вот, вот резкое что-то, это адреналин. То есть вырабатывается адреналин, ну, хорошо в физическом плане, вас активизирует определенная ДНК, скажем так. Да, тоже. Вы не врач, я тоже не врач, поэтому, да, о чем мы сейчас мы говорим. А, поэтому, что делать в таких случаях, да, если вот... Ребят, я думаю, вы улавливаете срок пришел. Улавливайте между строк. Я вас готовлю к вот именно к этим масштабным событиям. Будут взрывы, будет гром. Не паникуйте. Еще раз напомню светлячкам. Услышали что-то громко, да, панику словили. Дышим. Вот как при беременности. Рожавшие женщины меня поймут, да. Ну, вы там, да, окружающих научите. Да, еще одна техника, то есть, да, еще раз повторю, это дыхание. Носом вдыхаем, ртом выдыхаем. Это очень важно. Услышьте, это последнее послание, которое я реально даю вам вот от Вселенной. А, другая техника. Если вам стало настолько безумно страшно, что вас трясет, вас колбасит, вас может вырвать от страха, вы... и не только, поверьте, да, через все будет. Ну, обкакаться вы тоже можете, да, будем говорить так. Что делать? Закрыть глаза – это не выход. Можно сделать вот так. То есть вы прикрываете глаза вот так вот, да, но через щелочку можно подсматривать и нужно, потому что вот эта вот пелена, эта тьма, она вас вынесет еще больше. Главное – дышать. Дышать и верить.